Привет, это Михаил Павленко. И сейчас я хочу рассказать, короткое видео снять по поводу нити. Вот купили садовый шпагат. И столкнулся с тем, что в магазине мне могли объяснить, сколько метров нитки в нем. Но была такая нумеровка, текс. То есть была нумеровка одна, вес столько-то, допустим, ну это килограмм, и 1000 текс. И мы думали, что это такое? Оказалось, что существует такая специальная текстильная шкала для измерения веса и длины различных ниток и текстильных изделий. И видео в интернете я об этом не нашел, описание этой системы, и поэтому расскажу о нем. Что такое текс? Один текс. За единицу текс принимается вес 1 километра нити. То есть, допустим, если тут на этом шпагате написано плотность 1000 текс, то значит 1 километр этого шпагата весит 1 килограмм. То есть, если моток, допустим, нити с плотностью 1000 текс, продается моток 400 грамм, то там 400 метров. То есть, все просто. В магазине как бы не все знают даже об этом. И давайте взвесим. То есть, производитель — Каменск волокно, Россия, Ростовская область. Сейчас взвесим. Тут 1000 текс и 1 килограмм нити. На весы. Намахали или нет? Ну, мои весы показывают 960 грамм. То есть на 40 метров намахали. Ну ничего, в принципе. Это в пределах допуска. Или отмотали в магазине. Потому что она была в пленку не завернута, эта бобиночка. Что можно сделать? Ну, это различные подвязки. В саду, в огороде это понятно. А еще жена делает замечательные мочалки. Видео об этих мочалках можно будет здесь посмотреть. Или в описании. Ну, различные поделки там. Что еще можно сделать? Связать что-то можно. Да, можно связать различные игрушки, либо еще какие-то что-то такое интересное. Ну, мы будем подвязывать и плести веревки из нее, из этой нити. Ну, еще жена может сделать пару мочалок, если очень сильно попрошу. Ну, итак, спасибо за внимание. Теперь мы знаем, что такое маркировка ТЭКС, как ей пользоваться. Описание будет подробно дано в описании видео, что это такое, кому интересна история этого. Ну и до встречи. Заходите на наш блог «Делово на выходные», подписывайтесь на канал, как обычно, палец вверх, конструктивная критика приветствуется. Ну, профессиональные любители, давайте встречаться чаще.